не поэзией единой. Нужно еще питать себя нормальной, здоровой, вкусной, полезной пищей. Готовим постный, как говорила моя мама. А я говорю, вегетарианский супчик из кабачков. Приступаем к приготовлению супа из кабачков. Очень просто все готовится. Посмотрите, я вам сейчас все расскажу. Срезаем хвостики. Бывает, иногда потемнело какие-то места, мы их тоже убираем, не жалеем. Пятнышки, все это мы убираем. Разрезаем примерно вот на такие куски. Примерно вот так. Все, думаю, пополам. Кустики тоже срежем. Все заполняем водичкой, чтобы слегка прикрыло. Так, даже не полностью прикрыло. Так будет еще лучше. Ставим на огонь. Доводим до кипения и варим до готовности. Дальше расскажу. Итак, наш супчик закипает. Я не солю, не перчу пока. Никаких специй. Вот попробуйте как-нибудь приготовить, так и готовлю я. С минимумом всевозможных добавок. Потому что я считаю, что блюдо должно пахнуть преимущественно теми продуктами, из которых оно готовится. Когда мне многие хозяйки говорят о том, что я добавила того, перечисляют несметное количество специй, мне становится понятно, что готовят они не очень. Я считаю, что это, простите, дурновкусие. Немножко совсем должно быть специй, здесь вообще вот никаких. Итак, закипает. И когда будет готово, я вам скажу, сколько проварилось, потому что в каждом отдельном случае надо смотреть отдельно. Закипает. Итак, овощи готовы. И у нас это забрало около 15 минут. Да. Лучок еще такой альденте на зубок. Кабачки совсем готовы. Остужаем немного, потому что мы будем дальше работать блендером, и для любых ножей слишком горячее – это плохо. Немножко остудим. Итак, у нас есть блендер. Перемалываем. Готовим пюре. Скажу, что водички, я теперь вижу, можно было еще поменьше добавить. Потому что кабачки, они такую имеют водянистую консистенцию. Так, готово. Ну, вы уже на моем примере будете знать. Thank you.
Так, добавляем молоко. Оливковое масло, харе, немножко соли. Соль в Турции совсем не соленая, поэтому я на глаз уже знаю, сколько я посолю. Это не украинская соль, там чуть-чуть уже соды. И чуть-чуть красного перца. Я обожаю красный перец и его добавляю. Так, размешиваем. Ставим на огонь. Доводим до кипения. И он готов. Варить слишком его больше не нужно. Вот такой получается у нас лучший пюре. Такое где у нас получилось. Не справился блендер, мы это достанем. Я не люблю, когда там кусочки. Ребята, ну вот такая красотень получилась. Сейчас мы еще достанем поджаренный хлеб. Оу! Приятного аппетита! Bon appétit!